Блин, из-за каких-то фоток я испортила книгу. Смотрите, как она мокрая теперь. И вот такое вот пятно чая разлила. В бокале был просто огненный кипяток. Хорошо, что я не облила себе ноги. Теперь буду спать на диване, потому что там мокро, та половина. На той половине будет Игорь. Пипец. Хорошо, что я не залила телефон, не облила ноги, потому что вылила вот такую большую кружку кипятка просто, не разбавленного чая. В какой-то степени, наверное, мне повезло. И это урок, что нефиг таскать напитки, я постоянно их разливаю. Так что вот так, будьте осторожны. Завтрак готов. Кофеечек, вишенка, сырок доедаем и плавленый сыр. Охотничек-то. Всем приятного. Будем кушать. У Игоря там своя порция. Так что будем смотреть Грант и кушать. У меня сегодня вообще какое-то настроение. Это жопа. Я вообще не хочу ничего. Психую, истерю. С Игорем поругались. Причем виноваты оба, наверное. Сегодня решила, короче, раз я не работаю, херней страдаю, заняться готовкой. Хочу щи сварить. Вот, и плов. И оливье. Психанула, короче, все бесит. Сейчас что-нибудь посмотрю на ютубе, буду чистить вот картошку, капусту. Бывает такое. У нас здесь кошачья нервность. Спит на моем платье. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Мы уже проснулись, выспались, и не обращайте внимания на мою губу, это я так черную точку давила до того, как мне уже вся кожа содралась. Так что 2 дня я не снимала, была сильная паническая атака, и я от нее восстанавливалась. Вот, поэтому сейчас хочу снимать. Всем хорошего дня, а мы завтракать. Я прошла греть обед. У меня, кстати, новые кастрюли, это кастрюли моей бабушки. Царство ей небесное. Сегодня, кстати, моей бабушке 40 дней. Как нет ее. Я сварила в ней щи, грею Игорю. И сегодня еще Игорь купил вот такой хлеб. Мы так давно не ели обычный белый хлеб. Мы купили его. И хочу сейчас сделать себе бутер. А Игорь будет щи с ним есть. Будет очень вкусно. Только такой момент, я не знаю, из чего хочу делать бутер. Сейчас посмотрим, что у меня тут есть. Капуста. Не совсем подходит. Так, у меня есть сыр. Но сыр был на завтрак, не хочу. Вот такой бы сыр я съела. Вот думаю, колбаску разрезать или не надо. Или мне хватит только сыра. Или колбаску. Ладно, разрежем колбаску. Тут так овощи, бананы надо стратить. Предложила Игорю сделать пирог. Кстати, я ему так и не рассказала, что за пирог я хочу сделать. Не знаю, он, по-моему, не очень хочет, а я хочу банановый сделать все-таки. Так, короче, сейчас будут делаться вкусные бутерброды. Снимать будет это неудобно, потому что тут ничего не приготовила, к съемке не планировала, но буду снимать. Сейчас будем мешать щи, чтобы они не
не того-то. Щи получились очень жирные, потому что на свинине. Но прикольно. Игорь сказал, бомбезно вкусно. Тут прям реально есть мясо. Ну, короче, вкусненько. Сделала себе вот такие бутеры с сыром и с колбаской. Игорь себе отрезал на щи. Я себе большой бокал чая сейчас сделаю. Работа, видите. Сейчас, наверное, серию Гранда глянем. Поменяла, кстати, новую аватарку. Мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Тебе можно, ешь. Ну что же, вкусная елочка. Ну да, я обругала, мне елочку сорвали. Хочу поставить. Смотрите, что получилось. Вот такая вот елочка. Так вот. Игорь говорит, что не пахнет, а мне кажется, что пахнет. Вот так вот. Красиво, мне кажется. На самом деле снимаем сейчас на новый штатив. Купили в Фикспрайсе. Такой прикольненький. Можно как селфи-палку использовать. Или сейчас крутит гирлянды. Долго ты. Давай, включай. Я включил. Нет, большую. Давай, раз, два, три. Ладно, какая. Так что прикольно. Блин, я, конечно, еще тот блогер сначала все убрала, короче, потом решила заснять. Вот, короче, штатив. Туда его уже брала. Что это за мордочка? Мордочка! Туда его уже брала. Покажу, что еще купили. Мы купили вот такой чай с карамелью от Тесс. А что так близко? И вот это вот можно уменьшать. Что это за плющик какой-то тут появился? Ладно. Купили ватные палочки. И еще мы купили чистящий порошок. Ты его убрал, что ли? А куда ты его убрал? А, вот он. Чисти. У нас закончился. А что мы еще купили? А, ну и десертики. Сейчас покажу. Десертики, десертики, свои десертики. Вот. Пончик и тарт. И вот так выглядит елочка. Че у меня такая камера мутная? Вот. Так выглядит елочка. Такие миленькие иголочки. Блин, ужасная камера. Наконец-то будем пить эту нашумевшую бутылку колы. Ну, нашумевшую как-то для нас с Игорем, потому что мы давно ее хотели выпить, потом решили с ней снять интро, сделать фотки. И все вот никак не сняли, и вот отсняли, и все никак не выпьем. Мы кушать. Вот. У нас тут, смотрите, что... Котлетка по-киски. И будем смотреть Гранд. Вот, мне Игорь сделал массаж. Что-то, если честно, себя не очень чувствую. Не пойму, пока будет мигрень или что. Вот, так что мы кушать. Всем приятного. Такой вот у нас огонечки такие. Так вот. Ну, вообще камера как-то не передает красоту. Ладно, всем приятного, кто кушает.